Сценарий учений предполагал внезапное возгорание пенополистирола в одном из новых цехов предприятия «Брест-газоаппарат». Материал, легковоспламеняющийся в случае реальной чрезвычайной ситуации, представляет особую опасность, а потому не допустить распространения пожара было задачей номер один для брестских огнеборцев. Сложность учения заключалась в новизне. Объект был сдан в эксплуатацию в конце прошлого года. В деле ликвидации опасности пришлось столкнуться с трудностями. Грамотное распределение сил, правильное расположение техники и оборудование для доступа к месту возгорания, использование пожарной лестницы – такие меры пришлось предпринять для эффективного осуществления поставленной задачи. На каждый месяц запланирован объект. Они запланированы с учетом важности, новизны и опасности объектов. Здесь была важна сама ликвидация пожара именно на этом объекте, так как объект новый и с большой загрузкой, пожарной загрузкой. К месту импровизированного возгорания прибыло 6 подразделений МЧС, а также служба взаимодействия. В тушении пожара было задействовано большое количество специального оборудования. Несмотря на сложности, положительный результат все же был достигнут работниками МЧС. Грамотный подход к делу, слаженность действий поспособствовали успешной ликвидации ЧС. Столкнулись в первую очередь со сложностями то, что объект нестандартный, плотность застройки на данном объекте большая, именно с подъездом, въездом на территорию, ну и, конечно, новый объект, он сразу, новая планировка, поэтому с этим личный состав всегда на новом объекте сталкивается с такими проблемами, что как, где, куда зайти, это сложностью является. Но в итоге те цели и задачи, которые мы поставили, личный состав справился на хорошо, молодцы, все было выполнено. Есть отдельные моменты, но это моменты, они всегда есть рабочие. Отработка действий по ликвидации пожара на территории предприятия в целом прошла эффективно. Спасатели детально изучили особенности объекта, приняли к сведению сложности и нюансы работы в цехе по производству пенополистирола. А по итогу учения получили ценные рекомендации от руководящего состава.